Тамбовской области выдано 779 разрешений на работу в такси. Только этой автоледи в их числе не оказалось. 4-1, Татьяна, Елена. Нет разрешения, все. Нет у вас разрешения. А между тем документ на перевозку пассажиров и багажа наряду с путевым листом должен быть всегда в бардачке водителя такси. Во времена ковидных ограничений перевозчики еще и обязаны соблюдать санитарные правила. Водители и пассажиры должны быть в масках, а в салоне периодически производится дезинфекция. Эти правила применяются как к шоферам автобусов, так и к такси. В случае нарушения масочного режима должностными лицами управления автомобильных дорог и транспорта составляются протоколы по части 1 статьи 26.1 с наложением административного штрафа на должностных лиц от 10 тысяч до 50 тысяч, на индивидуальных предпринимателей от 30 до 50 тысяч и на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. За пару часов патрулирования 20 таксистам пришлось сделать внеплановые остановки напротив завода «Полимермаш». Наличие документов и масок проверяли не только сотрудники ГИБДД. В сегодняшнем рейде участвуют также налоговая инспекция. Сотрудники этого органа проверяют таксистов, которые зарегистрированы как ИП. У них должны с собой быть кассовые аппараты. За полчаса было зарегистрировано 2 нарушителя. Им может грозить как предупреждение, так и штраф до 10 тысяч рублей. В итоге ревизоры составили 7 протоколов об административных правонарушениях. 2 из них за отсутствие у водителей такси маски на лице. Марина Корякина, Олег Осипов, Евгений Мещеряков. Область новостей.